Прием, друзья, на связи Леди Леска. Скоро сюда прибудет Шадимен, и спорим, что он меня не найдет. Леска! Леска! Да куда она подевалась-то? Это издевательство какое-то. Нам уже давным-давно нужно на базу улетать. О, привет. На связи Шадимен. Слушай, ты не видел, где тут Леска была? Подскажи, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях напиши, где она находится. Ну серьезно, если не скажешь, то мы просто на базу опоздаем, и тогда она, возможно, вообще взорвется, и нам от зомби будет больше просто негде укрываться. Так что от тебя зависит судьба нашей базы. Пиши прямо сейчас в комментариях, где находится Леска, и ты нас спасешь. А после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, чтобы я увидел, сколько из вас действительно ее уже давным-давно нашли. Большое тебе спасибо. А пока что ты делаешь? Если находишься на канале впервые, не стесняйся, нажимай на красную кнопку подписаться, делаю серого света, чтобы потом отсюда ничего не пропускать. Большое тебе спасибо. Ну что же, я пошел читать твои комментарии и надеюсь, то, что они были правдоподобными. Я сейчас найду Леску. Приятного тебе просмотра. Леска! Ну наконец-то. Все. Вся эта история с Доком закончилась, и как же все-таки классно то, что наконец-таки мы можем спокойно проснуться на базе, а то уже давным-давно такого не было. А еще все-таки Хантер молодец, то, что вы вместе с ним, Вулфи, пошли, короче, и нашли эти комнаты, потому что теперь у каждого человека в нашей команде будет своя комната, и каждый сможет здесь складировать свои вещи, класть боеприпасы и так далее. Так, ладно, слушай, у тебя... Стой, погоди. А у меня кроме сухих пайков и картошки этой холодной, у меня вообще ничего даже тебе предложить-то толком нет. Так, сейчас я пойду у Лески спрошу, подожди. Леска, привет. Че, как обустроилась уже? Да, нормально вечер. Слушай, у тебя не будет какого-нибудь кусочка мяса, либо, не знаю, еще что-нибудь для Вулфи? А то он столько времени ничего не видел из нормальной еды вообще. И давай поскорее собираться, ты поищи, потому что нам надо это. Хантер вроде бы предупреждал то, что у нас сегодня утром будет какое-то собрание, и нужно будет обязательно всем прийти, чтобы поговорить, все обсудить. Так, вот, Вулфи, держи, тебе кусочек нашелся, короче, мясца можешь покушать, так что точно не проголодаешься. Так, так, что говоришь, обсудить хотите? Да, помнишь, Хантер предупреждал то, что на утро, как все обустроятся в своих комнатах, нужно, чтобы каждый пришел, и мы обсудили, получается, все наши дела и все остальное. Так, автомат я пока что брать не буду. Так, да, конечно, твою комнату еще обустраивать и обустраивать тут на самом деле. Так, Вулфи, ты давай тут сиди пока что. Если что, так скажем, я тебе дверь закрывать не буду, выбегай, ты маршрут как бы знаешь. Все, так, а что тут у остальных? У Стефа вообще тут пустота полнейшая. Ну, конечно, у них времени нет, они вместе с рядовым. Они постоянно просто на дозоре находятся, постоянно следят, и, по сути, их комната — это их сторожевая башня. Так что тут совсем не удивительно. Алло, Шэдди, привет. Давайте это, поднимайтесь, тут все собрались, сейчас еще Док подойдет, тебе Лески не хватает. Все, понял-то, принято, давай, рядовой, сейчас приду. Конец связи. Кстати, слушай, а ты не заметил то, что сегодня как-то, не знаю, либо, возможно, из-за того, что мы были постоянно на свежем воздухе, но такое чувство, как будто бы постоянно какой-то запах, какой-то едкий, короче, я не знаю, как тебе даже описать. Ну, знаешь, у меня как-то в горле першит, я не знаю, мне. Вот, вот какой-то едкий, непонятный запах, то ли, я не знаю, либо это зомби, либо... Либо с какой-то химией переборщили, я не знаю, пока что там что-то Хантер настраивал систему очищения. О, кстати, а вот и Док уже подоспел. Так, ладно, все, пойдем, давай ты там это слева садись. И он туда к Хантеру. Фух, ребят, обустраивались, извините то, что опоздали. Жесть просто какая, там комната, это что-то на самом деле. Ну ничего, самое главное то, что мы все здесь собрались. Да, Док, ну ты игру, конечно, затеял. Ни за Шрама, ни за нас. На чьей-то стороне я так до сих пор понять не могу. Ну ладно, сейчас будем дальше разбираться, потому что сейчас самое интересное начинается. Док, а ты нам поведай, какие планы-то у Шрама были? Или ты, может быть, опять засланный, так скажем, к нам? Нет-нет, сейчас я уже точно не засланный. У Шрама действительно были большие планы. Он сейчас пытается найти человека, который будет разбираться со всеми этими ДНК, чтобы создавать новые виды зомби для того, чтобы полностью истребить человечество. Нифига себе, нафига ему это только делать-то вообще? Вот-вот, мы эту зомбятину постоянно стреляем, он наоборот видит, создает, чтобы это... Чтобы... Получается, чё? Короче, фигня какая-то. Да-да, точно-точно фигня. И чё там, Док, еще он говорил? Ну так вот, один из этих людей был я. Так что теперь наполовину я знаю план. Но из-за того, что я вместе с нами, вам теперь будет грозить еще большая опасность. Да опасность нам тут каждую минуту, можно сказать, грозит. Слушайте, а вы это, сегодня не замечали, запах какой-то непонятный на базе появился?
Вот-вот, я тоже. Даже на этой сторожевой вышке я почувствовал какой-то непонятный запах. И, честно говоря, у меня даже просто глаза иногда начинали слезиться. Да, действительно, что-то такое есть, по-моему, наверняка. Ух ты, ничего себе! Так, ребят, алло, это что сейчас было вообще такое? Вы что, прикалываетесь? Это сюрприз какой-то очередной, что ли, либо что? Ой-ой-ой, я, кажется, подозреваю, что это, как и любая водная база, имеет в себе подобие ядерного реактора. И, возможно, сейчас именно из-за этого там есть неисправность, которую срочно нужно починить. Если у вас есть необходимые костюмы, туда нужно спуститься и все это отключить. Ну а мы с вами все остальные должны зайти в специальную комнату, чтобы просто не отравиться этим едким дымом. Так, спокойно. Костюмы-то есть у нас? Да, Шеди, костюмы возле ваших комнат стоят. Так, все отлично. Вы давайте все прячьтесь, а мы с Леской тогда туда отправимся. Погоди. Ты точно уверен, что вы это пойдете? Да точно уверен. Вы смотрите, только остальное все не провороните там. Ну ладно, Шеди, Леска. Значит так, вы отправляетесь туда. Рядовой, Стеф, вы будете сейчас находиться непосредственно на вышках, наблюдать, чтобы наружное состояние базы было в порядке. Док, вместе со мной будешь следить за системой безопасности. Все, пойдемте. Не хватало еще базу потерять, когда мы только приехали сюда. Так, Леска, погнали. Фух, жесть, что ж такое-то? Я не знаю, какой-то вниз куда-то спускаться надо. А ты костюмы видела? Я что-то даже внимания не обратил. Там между нашими... Серьезно? Я просто не заметил их на самом деле. Погоди. А да, действительно, есть они на самом деле. Так, бери костюмы, автоматы, еду, воду, аптечки обязательно, потому что сейчас это... Так, Вулфи, не волнуйся, все будет нормально, ты не представляешь, просто жесть какая-то. Я думал то, что единственный день хотя бы на базе мы сейчас проведем и случится так то, что мы просто-напросто отдохнем. А тут вон какой кипиш начинается. Так, воду обязательно возьми на всякий случай. Две газовые маски усиленные у меня есть, помимо тех, то, что предусмотрены этими желтыми костюмами. Так, патроны, винтовки, тоже на всякий случай все бери. Так, к сожалению, у меня нет никаких болеутоляющих. Это на самом деле плоховато. Да и с патронами на самом деле у меня дела очень плохо обстоят. Я не знаю, как у тебя там. Слушай, патроны более-менее, но у меня аптечек не очень много. Аптечек немного. Слушай, вот, возьми ее у меня на складе. Здесь у меня есть две аптечки в моем, получается, там, сундуке. Я пока что сейчас этот костюм заодно надену. Так, забираю. Все, отлично. Так, забираю. Я себе даже не могу позволить взять... Нет, гранат ни в коем случае. Ты что, реактор хочешь повредить? Ни в коем случае, ты что? Не-не-не, это не в моем случае. Так, все, Вулфи, давай. Леска, выходи. Тут система есть, это вентиляция. Надеюсь, что запах не сильно пойдет. Но я тебя там закрою. Все, не волнуйся, мы совсем уже скоро придем. Так, ну чё, пойдем. Я интересовался, что можно в этом реакторе, вернее. Я бы хотел туда спуститься, и вот тебе на случай, когда нам придется туда спускаться. Да, действительно. Но если мы хотим сохранить эту базу, то это просто необходимо, так что это даже не оговаривается, то, что мы должны туда отправиться. Так, ребята еще пока что не вышли там. Хантер продолжает рассказывать, что кому вообще делать. Так, пойдем. Так, я не знаю, они сами разберутся, все равно всем выходить сейчас на улицу еще. Двери, кстати, открыты еще. Вот сюда. Мы в первый день, когда только сюда с рядовым прибыли, помнишь, мы чинили электричество, и вот здесь вот находится реактор. И тут написано: вход только в спецкостюмах. Так что в любом случае нам туда идти только в спецкостюмах. Так, стой, ты что, спустилась туда, что ли, уже? Нет, я сзади тебя стою. А, все, давай тогда. Все, давай, погнали. Костюм неудобный вообще. Костюм обзор неудобный. Нормальный. Да, обзор еще нормальный. Вот, стой, я тебе усиленную маску. Ладно, я тебе там снизу дам усиленную маску. Так, аккуратней. Нет, не надел. Так, тихо. Тихо. Кто-то эта дверь как будто открывает. Боже, тут еще вонять сильнее начало. Слушай, я теперь понял, откуда этот запашок пошел. Так, на, держи тебе маску эту усиленную. Мы когда будем пониже спускаться, мы ее наденем, а здесь пока что не надо. Так, смотри. Какой-то ученый тут находится, что у него? Так, подсвети-ка, у него инструкция здесь, она нам явно поможет сейчас. Так, читаю. Внимание, каждую сторону следует отключать строго последовательно, иначе система может дать сбой и взорваться. Первое, отключить красную сторону, вторую, синюю, третью, желтую. Далее система вентиляции будет остановлена. Красная, синяя, желтая. Запомни, красная, синяя, желтая. Ничего, главное, не напутать. Если последовательность будет нарушена, то нам будет капец. Так, а что у тебя за рычаг этот справа тебя там? Ну-ка, нажми на него. Сейчас что-нибудь потому откроется, что-то... я не знаю, что произойдет. О! Опа. Нифига! Окно открылось. Слушай, а там зомби, кстати, вообще есть.
Я слышу их. Я их не вижу, но слышу. Я надеюсь, то, что они себя не контролируют уже. Чё? Да, в таком этом вонище-то как... Не знаю, не знаю. Так, ну чё, спускаемся туда, получается? Давай, так. Я открываю. Раз, два, три. Так, пока никого нет. Тихо. Вообще никак не реагирует. Что ж такое-то? Так, погоди-ка. Сейчас я... Опа! Стрелять-то а, тут дверь. Нельзя. Тут дверь. Стрелять нельзя, нет. Погоди-ка. Они то ли нас не видят, то ли еще что-то. Господи, ну и запах тут. Давай заходи. Выходи, вернее. Слушай, они не реагируют, походу. Они стой, слева идет. Замри-ка. Они не видят нас, прикинь? Не видят. С ними что-то непонятное. Сейчас, погоди, надо ребятам доложить. А, тихо, стой, погоди. Сзади тебя. Алло, это прием. Хантер, кто-нибудь, ребят, на линии, кто сейчас присутствует? Алёша, иди, это я рядовой, ну чё вы там? У нас тут жесть, короче. Тут дофигища зомбаков ходят, видимо, это работники этого отсека давным-давно были. Они все, короче, вообще нас не замечают. Это газ какой-то непонятный, судя по всему. Понял, принял. Я остальным передам. Мы уже на вышках все сидим, давайте аккуратнее только, пожалуйста. Док говорит то, что даже маленькая доза этого газа может просто насмерть человека нафиг сбить. Спасибо, утешил. Давай конец связи. Ну, вот рядовой, конечно, умеет поддержать. Так, что там, какие цвета были? Давай вспоминать. Красный. Первый красный? Синий-желтый. Точно? Да. Красный, синий-желтый, красный. Так, где красный отсек-то? Тут красного-то нет. Погоди, синий-желтый. Так, тут подожди, нет такого. Подожди, а там чего? Инструкция не настоящая, что ли? Погоди, давай логически. Красное, синее, желтое. Там есть зеленое. Может быть, имелось в виду красное это зеленое? Я не знаю, как это работает просто. Красное это зеленое, как это можно? Ну смотри, если по логике есть синяя и какая там сторона желтая, да? Ну, типа, то нет красной, значит нет красной. Значит, первое должно быть зеленой. Как по мне, это должно быть именно так. Чёрт, так, давай сюда заходи. Смотри, смотри, смотри. Тут эти еще работники есть. Так, свет раскидай повсюду, чтобы все было светло. Так, а чё как на работе? Смотри, вкл-выкл. Включение-выключение. Смотри. Так, тут трубы стоят. Боже, зомби просто загораживают. Я в один момент боюсь то, что они просто сорвутся. Ты понимаешь то, что мы в этом окружении даже ничего не сможем сделать против них? Так, да, секунду. Так, чё там, да? Смотри, кусочек трубы есть. А больше нет ничего. Посмотри, что у них в карманах у этих работников тут. Боже мой, у них какая-то зеленая жижа в карманах просто забита. Я не знаю, что это такое. Она какая-то слизкая такая. Слушай, так тут нет этого. Всего остального-то. Я пойду в другие комнаты проверю. Может быть, там кусочки трубы найдутся. Ты передвигайся только очень медленно, я тебя умоляю. Потому что я не хочу сейчас... Влипнуть. А тут вообще жидкость какая-то течет в комнате, прикинь. Ты в оранжевой? Нет, я в синей сейчас. В синей комнате. Так, я вон там вижу какой-то маленький островочек. Мне кажется, там что-то есть. Наверняка. Так. Да, есть. Кусок трубы. Пойди в другие давай комнаты, проверь, чтобы там трубы были целые. Сейчас я зайду, мне так не дает он, блин. Здесь все нормально, здесь все нормально. Стоит входа прям. Так, сейчас давай там, не знаю, попробуй подтолкни. Они же все равно сейчас не соображают, нифига. У нас с тобой воздуха надолго не хватит здесь. Черт, я его задела. Нам еще один фрагмент трубы нужен, и тогда мы с тобой, наверное, починим. Всё. Есть? Один, а, есть. Забирай. Да, так, иди в ту комнату, неси, ставь на место туда, где не хватает фрагмента. Я пока что здесь все это дело потушу, потому что не хватало, чтобы это все воспламенилось еще. Так, готово. Так, ставь. Ставь, 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 скорее, скорее, скорее. Фух, слушай, мне что-то не по себе уже становится. Не туда поставила. Что ж ты делаешь-то только? Я тебе больше нафиг ничего доверять не буду. У нас инструментов даже нет, чтобы мы с тобой все это дело сейчас убрали. Что ж ты делать-то будешь? Так, давай, 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 убирай, убирай эту трубу. Мы сейчас с тобой из того, что не так, что-то поставили это. Тут просто все сломается. Все. Блин, исправили. Еще бы немного и флипли бы просто из-за такого пустяка. Так, все, здесь починили. Красное, синее, желтое. Так, зеленое это получается у нас якобы красное. Это получается какие-то противоположности. Ладно, все. Пробуем. Что будет, то будет. Так. Давай. Так, по-моему, живы. Живы? По-моему, ничего не взорвалось. Так, давай в следующий отсек. Пошли, пошли, пошли. Так, выходим отсюда. Так, это получается, смотри, это типа был красный. Типа красный, вот именно типа красный. Так, остальное синий, желтый, действительно. Синий-синий. Потом уже желтый. Синий, тут что-то течет, все непонятная жидкость. Ну ладно, она тут слева, этот рычаг. Так, нажимаем. Все в порядке.
Фух, давай выходим дальше. У меня что-то это противогаза, походу, я не знаю, либо воздуха не хватает. У меня просто в глазах уже двоится, не знаю, минуту целую, наверное. Боже, что происходит только? Я вообще даже дышать уже толком не могу. Так, включение-выключение. Так, последний. Нажимаю. Все. Вроде бы отключилось. Ё-моё, маску переодеть. Так, переодела. Все. Ой, слушай, беги за помощью, у меня что-то валит совсем. Я что-то фигово совсем становится. Ой, Леска, я идти даже не могу, у меня слабость какая-то сильная. Быстрее, быстрее, ребят, зови, вытаскивайте меня отсюда. Я сейчас, походу, совсем отключусь уже.